представляет программу 16-битная игра Bubba & Sticks. Игра сложная, оригинальная, одним словом, симпатичная. Герой игры, подросток Бубба, ничем особенным не выделялся, если бы не его друг по имени Стикс. Некая палочка-выручалочка. Смысл игры состоит в решении множества маленьких головоломок, ключ к решению которых во взаимодействии Буббы и Стикса. С первого раза игра кажется совершенно непроходимой, иной раз абсолютно непонятно, что делать. Вот здесь-то и придется как следует пошевелить мозгами, не все же реакцию тренировать. Уэйн Грецкий, 3D хоккей на Nintendo 64. Новый взгляд на самую крутую игру на льду. В отличие, скажем, от NHL 97, 3D хоккей совсем не претендует на звание спортивный симулятор. В первую очередь это аркада. Аркада быстрая и азартная. Для простоты в командах по три игрока, поэтому места хватает, только успевай. Гол забить легко, пропустить еще легче, а значит сухим встречам не бывать. Напоминает это другую популярную аркаду NBA Jam и позволяет особенно при игре вдвоем получить не меньше эмоций, чем Tekken или Mortal Kombat. He loses the puck. It's a blast. Rebound.
А теперь перейдем непосредственно к поединкам, благо шлепают их как грибы. Вот и Тэшендэн 3 вырос как-то незаметно. Колосился буйным цветом, бойцов куча немеренная, комбо одно красивее другого, казалось бы, вот он, новый чемпион. Хотя вряд ли Тэшендэн 3 название чемпиона потянет. Графика у него, на мой взгляд, далеко не чемпионская. Впрочем, у этой серии есть свои фанаты. Для них игра и сделана. Вот уже более года прошло с тех пор, как я представил игру Rebel Assault 2 для персональных компьютеров. Сейчас она появилась и на PlayStation. После огромного всемирного успеха повторного проката «Звездных войн» фирма LucasArts выпустила для PlayStation сразу две игры на эту тему. Rebel Assault 2 — атака повстанцев и Dark Forces — темные силы, к которым мы еще вернемся. Thank you.
importance of this mission, I'm training you myself. Stay alert. I copy. Now just do as I do. Владельцев PlayStation ждет в скором будущем еще один сюрприз на тему «Звездных войн». Это трехмерный поединок с участием всех любимых героев, включая Хана Соло, Дарта Вадера, Люка Скайуокера и принцессу Лею. Зная репутацию LucasArts, от этого проекта можно ждать многого. Итак, сегодня в интернете мы побываем на сервере Battle.net компании Blizzard, где нам открыты жуткие темницы суперигры Diablo совершенно бесплатно. Естественно, вам необходим доступ в интернет и версия Diablo. Связавшись с сервером, выбираете псевдоним и канал для игры. На интерфейс игры добавляется иконка «Чат», позволяющая разговаривать с другими игроками. Начинать придется с нуля, постепенно в боях приобретая нужную крутость. Впрочем, возможно, вам помогут другие, хотя не все люди так великодушны. Есть большой риск нарваться на так называемого плеер-киллера. Это игрок высокого уровня, пачками истребляющий зеленых новичков. Да и кто говорил, что это будет легко? После грибного дождя на кладбище опять обильно проросли зомби. Что делать? Взяв вилы, я отправился наводить чистоту. Эпиграф к новому 3D-экшен Blood. Название игры переводится как «кровь», что, впрочем, и так ясно. Этого добра здесь утонуть можно. Надо же чем-то отличаться от собратьев по жанру. Хотя надо признать, что игра сделана довольно цельно и с выдумкой. Уровни разнообразны и плавно перетекают из одного в другой. Что касается сюжета, то он прост. Наш герой восстал из мертвых, чтобы отомстить демону по имени Чернобог.
касается будущего 3D Action, то оно светло и безоблачно. Нас ждут Hexen 2, Quake 2, Duke Nukem Forever, Prey и Unreal. Пожалуй, подробнее об этом в ближайших передачах. Рад был получить ваши письма как в электронном...